Видишь? Попробуй развернуть ее. Знаешь, по-моему, концентрация находится между злостью и умиротворенностью. Ты не против, если... Что ты сейчас со мной сделал? Я добрался до светлого уголка твоей памяти. Это прекрасное воспоминание, спасибо. Не знал, что они еще остались. В тебе их гораздо больше, чем ты думаешь. Не только боль и гнев, но и доброта, я чувствую. Когда ты сможешь добраться до этого, с твоей силой никому не справиться. Даже мне. Ну, давай. Еще раз. Молодец. Началось обращение президента! Позиция нашей страны такова. Любая ядерная ракета, которая пересечет линию блокады вокруг Кубы, будет считаться актом нападения Советского Союза на Соединенные Штаты, что повлечет за собой полномасштабный ответный удар по Советскому... Вот где мы найдем шоу. С чего это? Вечером... Ему не терпится развязать Третью мировую войну. Он использует эту ситуацию. Вот вам и дипломатия. Советую всем хорошо выспаться. Мир на грани неминуемой войны.